Я звоню вам с борта трубоукладчика прямо с Черного моря. Огромное судно, которое приступило несколько дней назад к работе уже на воде. В 2018 году будет уже готова первая линия, а в конце 2019 будет готова вторая линия. И если наши партнеры захотят, то мы будем готовы через территорию Турции подать газ и в Юго-Восточную Европу. Сербии на 47%, в Австрии на 77,5%. Без сомнения, поставки газа по трубопроводу обеспечат надежные и стабильные поставки.